пока Людмила Семенова прицеливалась, место на парковке заняло. Да я знаю, откуда я знаю, куда вы хотите встать. Вот это наглость. Это не наглость, это мое место, извините. Как после этого за руль садиться? Автоинструктор Дмитрий Болосов блондинку успокоил и кое-каким хитростям научил. Ничего страшного в этом. А вот видишь, как и повезло. Я держу это место. Приметив местечко, заявляя на него права. Снижаем скорость, ненадолго включаем поворотник. Прижимаемся к свободному участку и вдобавок мигаем аварийкой. И как только поравняюсь с парковочным местом с тобой, ты начинаешь включать руль и выезжать на парковку. Начинаю маневр уже отсюда. А чтобы не было возможности ему сюда залезть, и он четко понимает, что ты будешь совершать маневр парковки. Ура! Все элементарно и просто. Теперь за рулем Люда. Увидела место, включила поворотник, прижалась, зажгла аварийку и... И начинаем парковаться, все. Вот видишь, ты ошибку допустила. И что делать? Ты выехала дальше. Если кто-то ехал следом, блондинку опять оставили бы без парковки. Поравнявшись со свободным местом, сразу выкручиваем руль и ставим автомобиль по диагонали, перекрывая дорогу конкурентам. Пробуем еще раз. Вот сейчас все идеально. В результате мы и показали, как мы. Я никому не дала возможность. Проскочить там не позволю. Помните? Вот теперь Люда молодец.